Дорогие друзья, сегодня мы вновь собрались с вами, чтобы стать свидетелями незабываемого действия – соревнований на Кубок главы администрации Тацинского района и третьего этапа чемпионата Ростовской области по мотокроссу. Мотоциклетный спорт прочно вошел в жизнь активных людей. Физическое ощущение ветра, адреналин, скорость, испытания и, конечно же, стремление быть первым. Мотоциклетный спорт – это не только увлекательное занятие для самих мотогонщиков, но и незабываемое зрелище для их фанатов. Наши соревнования проходят в рамках празднования 78-й годовщины Великой Победы и посвящены столетию образования государственного органа управления в сфере физической культуры Минспорта России. Поднять флаг предоставляется капитану команды Тацинского района, мастеру спорта по мотоциклетному спорту Ивану Молчанову. Внимание! Равнение на флаг!